Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашего сегодняшнего занятия – современные педагогические технологии на уроках русского языка. Ознакомимся с планом нашего занятия. Понятие о современных информационно-коммуникационных технологиях, известные классификации педтехнологий, современные информационно-коммуникационные технологии. Как говорил Лев Николаевич Толстой, если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он будет только подражать и копировать. Что же дает внедрение современных образовательных технологий в школе? Во-первых, повышение качества знаний учащихся, изменение микроклимата в школе, уменьшение числа конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса, изменение профессиональной позиции педагогов, то есть творческий подход к организации учебно-воспитательного процесса в классе. Создание воспитательной системы в школе, способствующей повышению степени самостоятельности учащихся в образовательном процессе. Совершенствование качественных характеристик личности учащихся. Итак, что же такое технология обучения? Технология обучения – это специально отобранные и расположенные в определенном порядке приемы обучения, которыми преподаватели пользуются в своей работе. Иными словами, мы можем сказать, что это педагогические технологии. Технология обучения – это совокупность правил и приемов использования технических средств обучения в учебном процессе. Иными словами, мы можем сказать, что это информационные технологии. Любой метод обучения предполагает определенную технологию обучения, то есть совокупность приемов обучения и правила их использования на уроке. Значит, приемы и последовательность их применения, которые регламентируются методом, есть тоже технологии. Но существуют и технологии, которые не выстраивают весь процесс обучения. Они могут быть использованы как дополнительный способ обучения в преподавании самых различных дисциплин в разных методах обучения. Применение современных педагогических технологий весьма полезно для интенсификации процесса обучения русскому языку. Давайте рассмотрим игровые технологии. Понятие «игровые педагогические технологии» включает в себя комплекс приемов и методов организации образовательного процесса в виде игр. Методики преподавания русского языка в иноязычной аудитории. Игровые методы – это особая система обучения, которая отличается от традиционных несколькими параметрами. Это максимальная активизация студентов и мобилизация скрытых личностных резервов обучающегося. Известный психолог Эльконин утверждал, что игра выполняет четыре важнейшие функции. Она является средством развития мотивационной сферы, также она является средством познания, является средством развития умственных действий, является средством развития произвольного поведения. У учебных игр есть ряд и других функций, обучающие, так как они способствуют приобретению и формированию компетенций в рамках одной или нескольких учебных тем. Мотивационно-побудительные. Они стимулируют учебно-воспитательную деятельность посредством положительного воздействия на личность обучающегося, расширение кругозора, развитие мышления и так далее. По целям и задачам обучения учебные игры делятся на аспектные – это фонетические, лексические, грамматические, синтаксические и стилистические. Они нацелены на тренировку языковых единиц в игровой форме. Коммуникативные нацелены на тренировку учащихся в речевой деятельности. А теперь ознакомимся с примерами языковых игр. Фонетические игры – это рифмы, звуковая волна, игра «Произнесите с определенной эмоцией», «Пропойте», «Прохлопайте ритм», «Изобразите эмоцию, которую вы услышали», «Назовите слова, которые начинаются с этого звука», «Найдите соответствие между акцентно-ритмическими моделями и списком слов», «Найдите вопрос на слух», «Произнесите без голоса, чтобы другие отгадали», «Кто быстрее назовет слово на букву». Следующий пример языковых игр – это лексические игры. Загадки, кроссворды, продолжите ряд, кто назовет больше слов по теме, кто скорее назовет однокоренные слова и тому подобное.
Можно поделиться на команды. Игры с карточками. Найдите синоним или антоним. Продолжите фразу и тому подобное. Домино со словами или фразами. Глагольные карточки. Найдите возможные сочетания. Традиционные карточки. Найдите продолжение пословицы. Игра в эхо, может быть. Произнесите слово по цепочке, как эхо. Объясните слово. Можно движением, рисунком, можно через другие неоднокоренные слова. Можно за определенное время. Назовите одним словом за определенное время. Угадайте профессию, название продукта или животного, цвет одежды и так далее. Игра с игрушками. Например, вспомните все предметы на столе. Какой игрушки не хватает? Далее мы познакомимся с вами с грамматическими играми. Это угадайте. Это угадайки. Где игрушка? О чем я думаю? Угадай, что в руке и тому подобное. Нарисуйте. Тренируем пространственные предлоги. Найдите мел. Он спрятан студентами, один ищет, может задавать вопросы. Игры с мячом. Вопрос-ответ на изменение формы слова. Сравните два похожих рисунка. Советы, команды. Для тренировки повелительного наклонения. К примерам коммуникативных игр относятся разрезанные тексты. Нужно собрать его. Снежный ком. Пересказать текст по цепочке. Причем каждый следующий учащийся воспроизводит все, что сказано до него, и добавляет свое высказывание. Игры драматизации, ролевые игры, скетчи, фольклорные игры, встреча масленицы, встреча Нового года, игры с использованием картинок, схем, планов. Например, расскажите историю, нарисованную на картинках. Соберите пазл и расскажите, что на нем. Составьте план экскурсии и расскажите о ней. Опишите схему проезда, прятки на картинках, игры с использованием игрушек. Например, пока крутится юла, вы должны рассказать о чем-либо. Придумайте, что можно сделать. Игры движения. Займите стул. Кто услышит вопрос, совет, удивление в речи преподавателя и успеет первым занять стул, послание шепотом по ряду. Последний выбегает и пишет на доске. Да и нет, не говорите. Ответы на вопросы без «да» и «нет». Викторина по тексту, по теме. Опросник, интервью от лица исторического персонажа. Конкурсы, например, фонетический. По количественному составу участников игры, игры делятся на индивидуальные, парные, групповые, командные и коллективные. Если мы обратим внимание на схему, модель применения игровой технологии, то мы можем выявить следующие этапы. Первое – это этап подготовки, в который входит разработка сценария, составление плана игры и характеристика ролей. Второе – это этап объяснения игры, ее режима, постановки проблемы, а также знакомство с раздаточным материалом. Третий этап – это этап проведения игры. Четвертый этап – это этап рефлексии, оценка и самоанализ, выводы и рекомендации. А теперь остановимся на технологии проблемного обучения. Это технология, основоположником которой является американский психолог Дьюи. Он подразумевает организацию учебного процесса в форме создания проблемных ситуаций и организации самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению. В методике преподавания русского языка и в иноязычной аудитории это означает в первую очередь работу с текстами проблемного содержания, по итогам прочтения которых обучающимся нужно сформулировать проблему, изложить предлагаемые в тексте пути ее решения. Если в тексте содержится такого рода информация, и дать свой вариант ее решения, снабдив его обоснованием. На материале такого текста можно легко организовать живую дискуссию. Приведем пример. В учебном пособии по русскому языку как иностранному содержится адаптированная запись текста радиопередачи под названием «Что такое современная семья в России?». Вот начало этого текста. 2009 год в России был объявлен годом семьи, и это не случайно. Хорошая и крепкая семья в начале 21 века стала редким социальным явлением. Молодые люди не хотят вступать в брак. Среди основных причин социологи называют желание сделать карьеру,
сохранить независимость и нежелание брать на себя ответственность перед другими. Почему же все известные нам тысячи лет истории утверждают необходимость брака? И что изменилось за последние 40-50 лет? Об этом говорят журналисты Марк Крутов и Тамара Ляленкова, а также их гости в программе «Что такое современная семья в России?». Как видим из приведенного фрагмента, содержание текста имеет проблемный характер, поскольку оно отражает актуальную социальную проблему семьи и брака в современном обществе. В тексте даются разные точки зрения на проблему. Приводятся интересные факты. Обучающимся можно предложить выписать все точки зрения и все аргументы. Это индивидуальная работа с текстом. Обсудить их – это групповая аналитически-коммуникативная работа. А потом отстоять свою точку зрения в дискуссии – это групповая коммуникативно-аргументирующая работа. Необходимо отметить, что для работы со школьниками Узбекистана этот текст, как и сама проблема, не подходит. Во-первых, потому что эта проблема остро в современном Узбекистане не стоит. И во-вторых, потому что большинство школьников, даже в старших классах, она еще не интересует. Далее рассмотрим проектную технологию. Появившись в США в начале 20 века, проектная технология обрела огромное значение для современного образовательного процесса. Связано это, конечно, с прагматической, практической направленностью технологий. Любое проектирование подразумевает получение конкретного практического результата. У проектной технологии есть и другая востребованная характеристика. Она предполагает активные и многоаспектные интеллектуальное, эмоциональное, коммуникативное, творческое воздействие учащихся, объединенных учителем с целью создания какого-то продукта. В рамках проектной технологии проекты делятся на следующие игровые, ролевые проекты, которые нацелены на сценистическую постановку, инсценировку, драматизацию. От обычной инсценировки отличаются активной вовлеченностью каждого учащегося в подготовку инсценировки, интенсивной внеаудиторной работой, которая может состоять в исследовании своего персонажа роли, продумывании мотивов его действий, его характера и внешности, характерных жестов и элементов одежды, в ознакомлении с видеозаписями соответствующих театральных постановок, в подробном знакомстве с биографией автора, в прописывании реплик, в составлении сценария, даже в написании самого текста инсценировки, если это не готовый текст, а текст, создаваемый самими учащимися. Следующий вид – это конструктивно-практические проекты. Они предполагают разработку и создание реального работающего продукта. Для обучения русскому языку актуальны, например, задание на создание и ведение дневника группы в соцсетях, на разработку и создание в интернет-пространстве тематической экскурсии по городу. Далее информационные и исследовательские проекты. Такие проекты своей целью имеют подготовку небольшого сообщения на узкую тему или же подготовку подробного доклада о научной или научно-популярной проблеме. Изложение существующих точек зрения, сопоставление подходов, собственное творческое исследование конкретного материала, проекты конкретного социологического обследования. Они подразумевают разработку опросника, проведение соцопроса среди одноклассников или одногруппников, учащихся школы, жителей своего дома, учителей и другие. И представление результатов соцопроса в виде презентации PowerPoint с комментариями, со статистикой, с выводами информации о ходе проведения соцопроса. Творческие проекты имеют в виду создание продукта личного творчества или сотворчества, рисунок, композиция, перевод, сочинение, стихотворение, рассказ, убеждающая речь, литературно-творческий вечер и тому подобное. Издательские проекты нацелены на подготовку к публикации в школьной районной газете или стенгазете, на страничку группы или школы, в научном журнале.
подборки афоризмов и высказываний, шуток и анекдотов, статьи, заметки, стихотворения, рассказы, интервью и прочее. Далее рассмотрим так называемый тандем-метод. Технология возникла в Германии в конце 60-х годов 20 века как способ организации самостоятельного изучения иностранных языков двумя работающими в паре партнерами с разными родными языками под руководством учителя-инструктора. Целью метода является овладение языком партнера в ситуации общения, знакомство с его личностью и культурой страны изучаемого языка, получение информации по интересующим областям знаний. В процессе продолжительного обучения в тандеме достигается формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное общение. Возможно, коллективная и индивидуальная форма обучения. Тандем-метод часто используется на интенсивных курсах, например, курс общения на русском для немецких студентов и на немецком для русских студентов. Назовем принципы работы в тандеме. Нельзя смешивать языки. Каждая встреча должна происходить полностью на одном языке. Второе. Обучение происходит относительно автономно от преподавателя. Тему определяют сами обучающиеся, тогда как преподаватель подбирает соответствующий материал. Материал может подобрать и сам учащийся. Взаимодействие может происходить в самых разных форматах, от выполнения грамматических упражнений до свободной беседы, от совместного чтения текста и его обсуждения до обучения произношению. Принцип «ты мне, я тебе». Нужно быть готовым обучить партнера всему в своем языке. Что интересно тебе в его языке? Принцип «не бойтесь делать ошибки». Обучение – источник радости от общения. Делайте заметки. Нужно записывать новые важные слова и фразы за партнером и дома перечитывать их. Обсуждайте успехи и анализируйте ошибки. В конце встречи хорошо обсудить ошибки и прогресс. Похвалите друг друга. Будьте креативными и настойчивыми. Понятие об интерактивной технологии. Технология, созданная в формате чтения и письма для развития критического мышления в конце 20 века в США. Она направлена на активизацию взаимодействия учащихся с преподавателем и другими учащимися через развитие конструктивной интеллектуальной деятельности. Интерактивную технологию следует отличать от интерактивного обучения. Если интерактивная технология подразумевает один совершенно определенный способ взаимодействия преподавателя с учащимися, то интерактивное обучение подразумевает самые разные способы интенсивного межличностного взаимодействия в процессе обучения, а также способы интенсивного взаимодействия человека с информационной средой. Активность учащихся в познавательной, учебной и учебно-коммуникативной деятельности позволяет отнести к способам, видам интерактивного обучения игры, тренинги, учебные дискуссии, кейсы, проекты, наставничество. Ярким примером интерактивного обучения с помощью технических средств является работа с интерактивными компьютерными программами, с интерактивными мультфильмами. Интерактивная технология как особый способ интенсификации процесса обучения языку имеет следующие организационные этапы и приемы. Первое – это стадия вызова. Пробуждение интереса к теме, прогнозы обучающихся о содержании урока, составление ассоциограммы, карты понятия, кластера. Под этим последним пунктом понимается следующий прием. На доске преподаватель и в тетрадях обучающиеся записывают ключевой вопрос. Затем учащимся предлагается подумать и записать все ассоциации, которые у них возникают в связи с данным вопросом. Преподаватель составляет свою карту. Затем проходит обсуждение. В результате на доске записывается объединенная ассоциограмма. Второе. Стадия осмысления.
это работа с текстом, в результате которой обучающиеся эмоционально и интеллектуально осваивают новый материал. В этом им помогает прием двухчастного дневника. Под ним подразумевается следующее. Учащиеся делят листок на две колонки. В одной учащиеся записывают привлекшие их внимание слова, фразы в процессе чтения или прослушивания текста. Другой они отмечают свои эмоции и ассоциации. По этим записям затем проводится обсуждение в мини-группах. Третье – это стадия рефлексии, размышление над полученной информацией. Для этого используется прием пазла. В проблему выделяются аспекты. Каждый аспект обсуждается в выделенной группе. Обдумывает выделенный студент-эксперт. Потом возможно объединение экспертов из разных групп для дальнейшего обмена информацией. Возвращение экспертов в свои группы и объяснение информации другим. Следующая технология – это технология с использованием видеофильмов и компьютерных программ. Технология использования видеофильмов и компьютерных программ предполагает организацию учебного процесса на уроке в соответствии со следующими этапами. Первый этап – подготовительный этап. На нем учитель вводит обучающихся в тему фильма, семантизирует ключевые слова, проводит необходимую лингвостроноведческую работу, может предложить для ознакомления фрагменты сценария. Второй этап – это этап первого просмотра, подразумевает, кроме самого просмотра, первичную проверку степени понимания, обсуждение основного содержания фильма. Третий этап – это этап второго просмотра видеофильма. Рекомендуется просмотр с остановками, с комментариями языкового материала. Итак, на этом мы завершаем наше сегодняшнее занятие. На следующих занятиях мы рассмотрим с вами ряд других видов современных педагогических технологий. А сейчас я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До скорых встреч!